умиротворяющая тишина. Этот прекрасный рассвет предвещает не менее прекрасный день, который приближает момент, когда жизнь в полной мере возродится на освобожденных землях, когда будет разминирован каждый ее квадратный метр. Этот день мы сегодня проживем с теми, кто приближает тот час, когда здесь без опаски, уверенными шагами можно будет идти в будущее. Мы в городе Городис Физулинского района Азербайджана покажем один день из жизни сотрудников агентства по разминированию Азербайджанской республики. Национальное агентство Азербайджана по очистке территории от мин «Анама» было учреждено 18 июля 1998 года согласно распоряжению президента Азербайджанской республики Гейдара Алиева. Штаб-квартира агентства Азербайджанской республики по разминированию находится в Баку. Действуют несколько региональных офисов и операционных центров. Расположенная в городе Городис Физулинского района Азербайджана база является самой крупной. Она была создана в 2000 году. В период освободительных действий на нашу базу легли самые сложные обязанности. Тогда здесь работало большое количество человек. Мы смогли обеспечить их абсолютно всем необходимым. Едой, жильем и всем, что нужно для нормального проживания и исполнения служебных обязанностей. Сегодня, несмотря на то, что этой базе уже больше 20 лет, она находится в идеальном состоянии. Созданы все условия. На данный момент здесь работают около 250 человек. Это сотрудники столовой агентства по разминированию. С 6 часов утра они начинают готовить завтрак, а затем и обед, и ужин для работников агентства. Необходимо все подготовить до открытия столовой. С 7:30 подается завтрак. Восемь часов утра. Утреннее построение, ознаменовывающее начало рабочего дня. Во время утреннего построения проводится перекличка, проверяется общее количество человек, проверяют состояние физического и психического здоровья саперов. На утреннем построении также распределяются группы и утверждаются их участки на сегодняшний день, на которых будет проходить очистка от мин и не разорвавшихся боеприпасов. После всех необходимых проверок саперы, погрузив свое оборудование в машины, выдвигаются на задание. Сегодня наша съемочная группа выехала с сотрудниками агентства в направлении села Алханлы города Городис в Физулинском районе Азербайджана. Это эксклюзивные кадры, один из разбитых опорных пунктов оккупанта доблестной азербайджанской армии во время освободительных действий. На полуразрушенном опорном пункте противника вы видели пульт дистанционного управления. От него тянулись провода к снарядам, которые в большом количестве были установлены на определенном расстоянии друг от друга, по два снаряда в каждой точке по всему минному полю. Они представляют собой 240-миллиметровые снаряды, в каждом из которых более 20 килограммов взрывчатого вещества. Изначально предназначались для уничтожения живой силы и техники. Радиус их поражения доходит до 500 метров. К счастью, противник не успел привести их в действие.
к работе, саперу необходимо одеть специальное обмундирование, которое состоит из бронежилета и каски. Расскажите, пожалуйста, что необходимо сделать далее, перед тем, как начать работу. Далее выполняется еще одна важная и обязательная процедура – проверка миноискателей на исправность. Проводится ряд тестов. После того, как саперы проверили свои миноискатели и убедились, что их оборудование работает безошибочно, они подходят к контрольному пункту для прохождения регистрации. Только после этого сапер может приступить к операции по очистке территории от мин. Операции по разминированию освобожденных территорий проводятся тремя различными способами – механическим, контактным и с помощью специально обученных собак. Сейчас мы постараемся подробно ознакомиться с каждым из них. Такая техника играет важную роль в сокращении заминированной опасной площади. Машина управляется при помощи пульта дистанционного управления. Оператор, находясь на безопасном расстоянии в защитном костюме, приводит их в действие, поэтапно удаляет их от себя на расстояние до 200 метров по одной траектории, возвращает на исходное положение и запускает в другом направлении. Вся необходимая информация о техническом состоянии тралов передается на пульт дистанционного управления. Таким образом, оператор, не нарушая безопасную дистанцию, снабжен нужными данными о машине. В распоряжении сотрудников Агентства Азербайджанской Республики по разминированию существуют подобные тралы малого, среднего и крупного размеров. В зависимости от рельефа местности, растительного покрова земли и других факторов, подобная техника способна проводить очистку участка площадью до 7000 квадратных метров в день. К примеру, данная машина является маленькой, и в день площадь, которую она способна обработать, составляет 1-3 тысячи квадратных метров. Перед тем, как вывести технику для очистки от мин, я посещаю тот или иной участок, изучаю его визуально и только после этого определяю, какая машина подойдет для данной местности. Второй способ – контактный. Тогда сапер отмечает специально размеченными колышками начальный пункт рабочей зоны и приступает к поиску. Все начинается с визуального осмотра, цель которого – первоначально определить, есть ли какие-либо ловушки. Далее с этой же целью используется специальный инструмент и тактильная проверка. По необходимости ножницами производят очистку поверхности от растений. Проведя повторную проверку оборудования, сапер приступает к работе с миноискателем, после сигнала которого, свидетельствующего о наличии инородного предмета под почвой, проводят повторное тестирование аппаратуры. Затем сапер, после подтверждающего сигнала миноискателя, продолжает работать щупом, лопатой и руками до полного обнаружения мины.
После того, как сапер обнаружил мину и частично извлек ее, он поднимает руку, что свидетельствует о выполнении поставленной задачи. Тогда начальник группы визуально фиксирует находку и отправляет сапера на следующую рабочую линию. В конце рабочего дня найденная мина будет уничтожена подрывной группой в том случае, если это не угрожает проходящим рядом коммуникациям. В противном случае она извлекается, переводится в безопасное место и там обезвреживается. Саперам в их нелегком труде ежедневно помогают четвероногие друзья, которые тоже каждый день рискуют своей жизнью. Это специально натренированные собаки породы Малинуа. У них прекрасно развито обоняние, и они очень хорошо поддаются дрессировке. Несмотря на тяжелые условия труда, они все равно остаются дружелюбными, ласковыми и верными. И им так же, как и нашим четвероногим домашним питомцам, необходима ласка, любовь, забота. Всем этим, конечно же, они не обделены. Служба у собак также начинается утром. После выгула ветеринар интересуется у кинолога состоянием собаки. Проводит осмотр, чтобы удостовериться в том, что собака готова приступить к очередному заданию. В день, когда наша съемочная группа снимала фильм, на минных полях в Физулинском и Джабраильском районах и в городе Шуша работали 22 собаки. В течение дня при нормальных погодных условиях молодая собака возрастом от 3 до 6 лет способна исследовать территорию площадью до 1000 квадратных метров. Собаки также несут свою службу на территориях, где работала спецтехника. В этом случае она способна исследовать территорию, площадь которой достигает до 1400 квадратных метров. Стоит отметить, что в 2011 году агентство по разминированию создало селекционную группу. На сегодняшний день было выведено 40 собак. Из них 32 собаки работают на реальных минных полях. Собаки вечером, после когда заканчиваются операции, приходят опять-таки кинологи. В процессе операции опять-таки ветеринар спрашивает, что были какие-то проблемы с собакой или там что-то там может там на какие-то колющие или режущие порезать там все лапы, там не знаю. Если опять все собаки в нормальном состоянии, их кочи выгуливают опять, расчесывают и опять отправляют их в свои вольеры. Уход за собаками и их содержание реализуются в соответствии со всеми нормами и стандартами. В случае необходимости собак помещают в лазарет, где она получает квалифицированное лечение и находится до полного выздоровления. Только после того, как ветеринарный врач даст свое согласие и подтвердит о работоспособности собаки, она вновь сможет выйти на задание. К сожалению, на заданиях собаки могут получить какие-то травмы, порезы различной степени тяжести. Сегодня, там, где находилась ваша съемочная группа, собака поранила лапу, наткнувшись на кусок металла. Ее привезли сюда. Я ее осмотрел, провел необходимые процедуры и поместил в лазарет. Но хочу особо отметить, за всю историю работы нашего агентства по разминированию не было ни одного случая с подрывом собаки на мине. Рацион собак особый, а тренировки проводят кинологи-профессионалы, проявляющие искреннюю любовь и заботу по отношению к братьям нашим младшим. На заминированной территории. В течение рабочего дня сотрудникам агентства Азербайджанской Республики каждые 45 минут дается 15-минутный перерыв.
16:45 на участках разминирования приостанавливаются все операции. Начинается обеденный перерыв. Те группы, которые находятся недалеко от базы, отправляются на обед в столовую. Для других еда доставляется на участке. Устанавливаются палатки, в которых саперы обедают. Перерыв длится 1 час. За это время сотрудники могут отдохнуть. И ровно в 14:00 они вновь приступают к операциям по разминированию с использованием ранее упомянутых 15-минутных перерывов. Освобожденные от оккупации территории были заминированы врагом, который отказывается предоставлять карты минных полей, в связи с чем работа по разминированию осложняется. Ежедневно сотрудники агентства по разминированию и их четвероногие питомцы приближают тот час, когда здесь без опасения можно будет уверенными шагами идти в будущее. Процесс разминирования можно сравнить с процессом излечения. Саперы с хирургической точностью извлекают из земли инородное образование, приносящее деструкцию в жизнь. К сожалению, саперы, предотвращая трагедии, иногда делают это ценой собственной жизни. Их работа – подвиг во благо будущего страны, незабвенный доблестный труд храбрецов, которые даже в мирное время остаются на поле боя, сражаясь с опасным, скрытым под землей врагом – минами. Я горжусь тем, что являюсь сотрудником агентства по разминированию, считаю себя счастливым человеком, так как быть сапером и заниматься ответственной деятельностью – это почетно. Будучи профессионалом, я выполняю ответственные задания по очистке территории от мин и тем самым спасаю жизни людей и вношу вклад в светлое будущее моей Родины. Для меня честь быть сапером. Я считаю, что занимаюсь достойным делом и с гордостью выполняю поставленные задачи. Мой труд направлен на благо страны, народа. Надеюсь, что благодаря этому в ближайшем будущем все вынужденные переселенцы вернутся на свои родные земли, в свои дома. Разминирование – сложная и опасная работа. Но когда ты осознаешь, что после очистки территории наши граждане спокойно вернутся в родные края, то понимаешь, что твоя профессия – самая почетная и достойная. Мы, несмотря на все опасности и трудности, стараемся изо дня в день. В скором времени мы очистим наши земли от вражеских мин, и наш народ сможет спокойно вернуться в свои дома. Ежедневно сотрудники агентства обнаруживают противопехотные, противотанковые мины, неразорвавшиеся боеприпасы, детонаторы, которых, по словам специалистов, здесь немереное количество. В конце рабочего дня найденное уничтожается. Территория, где производится управляемый взрыв, находится недалеко от населенного пункта. Соблюдаются все протоколы безопасности. Перед тем, как произвести управляемый взрыв, запрещается любое передвижение транспорта. Строго контролируется нахождение здесь лиц, не являющихся сотрудниками агентства. Повторю, техника безопасности соблюдается на высочайшем уровне и с особой строгостью, даже несмотря на то, что взрыв управляемый. Чтобы его произвести, от точки взрыва на безопасное расстояние протягивается кабель, подключают к пульту управления. По рации перепроверяется контроль местности. После получения подтверждения оператор приводит управляемый взрыв в действие. Итак, 16:00. Рабочий день саперов подходит к концу. Теперь они возвращаются на базу, где к вечеру их будет ждать ужин и заслуженный отдых. А через некоторое время наступит утро следующего ответственного рабочего дня. Если, конечно, это не суббота или воскресенье. Тогда у саперов выходные дни. Звуки взрывов, которые мы сегодня слышали, это, образно говоря, звуки очищения земли от посеянных когда-то здесь оккупантами смертоносных семян – мин. Thank you.
Уверен, в скором времени, благодаря профессиональным действиям как сотрудников агентства по разминированию, так и других структур, вместо эхо взрывов мы будем слышать на этих землях только детский смех, радостные возгласы и звуки восстановления, возрождения освобожденных от оккупации городов и районов Азербайджана.